Mutiny Pictures. Keyway Pictures. Боже! О, Боже! Помогите! Помогите! Генри! Что ты делаешь? Проснись, старая сволочь! Вот так. Доброе утро. Какого черта? Не видишь, папаша? У меня душа горит. Ты труп, щенок. Я встану, и ты умрешь. Прошу, нет, Генри, прошу. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Генри? Нет! Генри, зачем? Зачем? Прошу! Прошу, прости! Генри, прошу! Говорят, что в аду жарко. Веселись, козел! Сладкие грезы. Нам говорили, что легенды давно устарели. Я доказал, что нет. Конец света неуклонно приближается. И я оставлю послание, которое вечно будет у всех на устах. 25 лет назад в одном гнилом городишке жил паренек, который вошел в мировую историю. Генри! Трумэн, Вашингтон, 1995 год. Генри жил со своей матерью, женщиной с ледяным сердцем и нравом ведьмы. Что ты творишь? На один градус выше, и я сдохну! Ты этого хочешь? Хочешь убить маму? Отвечай! Нет, мам. Она сказала, что его отцу все надоело, и он ушел бродить по земле во мраке. Генри хранил открытку, которую оставил отец. Он пропал. В 13 лет Генри нашел другую неприкаянную душу, нашел себе друга. Это был просто зверь. Ярость превращала его в настоящего демона тьмы. Его звали Мат. Друзья прятали от мира свои тайны. Пей! Мат рассказал Генри о злобном отце, который всегда бил его почем зря. Сидеть, щенок! Ох, как у меня душа горит! Но сейчас мне будет хорошо! Мат рассказал Генри, что черная злоба терзала его даже во сне. Он показал ему шрамы на ладони, символ ночных кошмаров. «Это огонь», — сказал Мат, — «и он живет в нас, в таких, как я, в таких, как ты». Это от моей мамы. Она пеленала меня в младенчестве. Я помню ее запах. Что ты делаешь?
память об этом меня чуть не убила. Понимаешь? Да? Давай, Генри. Вперед! Вперед! В чем дело? Этот жалкий призрак управляет тобой? Да? Мой отец еще жив. Если вякнешь хоть слово, я тебя... Вспоминая своего отца, Генри сразу приходил в бешенство. Прижми! Но он согласился смешать свою кровь с кровью Матта. Генри, о чем ты мечтаешь? Я давно мечтаю о том, чтобы найти отца. Я найду этого урода или сдохну. А твоя мечта? Моя? Мечтаю стать легендой. Ты уже дома? Опять болтался с сыном Хендерсона. Покажи руки. Покажи свои руки! Господи, Генри! Колдовство! Ты ведь знаешь, что попадешь в ад. Узнаю, когда попаду. И однажды ночью Генри и Мат решили жестоко отомстить своим мучителям. Очистительный огонь пожрал их мерзкую плоть. А Генри и Мат дали друг другу клятвы. Мы вместе, ты и я, Генри. И мы пойдем до конца. Keyway Pictures представляет. Фильм Джея Дженкинса и Колин Клифф. В главных ролях Джессика Ланг. Семья из Лейкшера просит найти своего родственника, который пропал во вторник. Сара Эклунд. Они были потрясены до глубины души. Его растерзанное тело лежало на диване. Джейден Келл. Кэролайн Ньюсом. Кайл Пру. Внезапно она сказала, что в доме, кажется, кто-то есть. Дженнифер Брауэр, Хлоя Фридман и другие. Прошло 4 дня. Это не было самоубийство. Она была убита. Поиски продолжаются до сих пор. Наш канал, как и другие агентства по всей стране, получил пакеты, содержащие анонимные письма, написанные кровью. А также Эндрю Вагенхайм и Чарли Уайт. Автор признался, что за 25 лет совершил более дюжины убийств, которые не были раскрыты и не связывались между собой. Он обещал нанести новый удар. Известный всей стране так называемый прибрежный убийца передал прессе новое загадочное послание, в котором приписал себе еще одну серию нераскрытых убийств. Следственные органы практически отрицают вероятность того, что все эти жуткие убийства мог совершить один человек. Прибрежный убийца наверняка является мифом, но остается вопрос – кому нужен этот обман? Wow.
Руководитель следственной группы сказал: «В настоящее время мы склонны считать, что эти заявления — ловкая мистификация». Главная новость. Несовершеннолетний Томми Кляйн не вернулся из школы и объявлен пропавшим без вести. Если у вас есть сведения, которые помогут в поисках, просим срочно обратиться в полицию. Мы молимся за мальчика и надеемся на лучшее. Видите? Если составить тепловую карту этих убийств, то места наибольшего количества дадут прямую линию, которая ведет сюда. Шелби, Флорида, наши дни. И вы верите в эту бредятину, замешанную на заговоре презервативов, шериф? Нет, это смахивает на собачью чушь. Но отчеты, письма в новостях. Раз в пару лет одуревший девственник с закрученным членом смотрит серию нераскрытых загадок и лезет засветиться. Не трать время, Джорди. При всем уважении, нельзя оставлять детей одних в школе. А праздник? Хочешь его отменить? Не знаю. Да. Может быть. Последний день празднуют в Шелби уже 50 лет. Его ждут все эти дети. Отменишь его из-за своей догадки? Это не догадка, шериф. Смотрите. Видим, Джорди. Не показывай это женщинам. Малыш, слушай. Предположим, все эти газетенки, вопящие от 25-летней серии прибрежного убийцы, правы. Это так? Не так? Не так. Ну, допустим, они правы. И тогда он станет величайшим серийным убийцей. А Зодиак — это тихий мальчик. Я знаю. Видишь, он знает. Джорди, слушай. Мы все переживаем за этого малыша Томми Кляйна. Но такого дерьма в нашем городе никогда не было. До сих пор. Согласен. Я тебе кое-что скажу. За 20 с лишним лет службы в полиции я насмотрелся всякого дерьма. Кое о чем мне и вспоминать не хочется. Кое-что я объяснить не могу. Но должен заметить, что такого я еще никогда не видел. Понимаешь? Слушай, ты ведь должен меня слушать, верно? Не надо верить в сказки. Ты новичок. И ловишь призраков. Последние выпускники. Что? Сама знаешь. Это самый обычный день, Донна. Эй, классно выглядишь! Поздравляем выпускников с последним днем. Почти получилось. Да, точно. Скоро выйдет. Не надо играть, я понял. Стоу, ты что творишь, малыш? Хочешь потянуть ахилл и вылететь? Тренер, простите. Какой тренер? Бобби, ты что, дурак? Твои ноги — это уже собственность штата Айова. Никому нельзя портить чужую собственность. Понимаешь? Понимаю, тренер. Все понимают, но портят.
Постараюсь запомнить. Давай. Пойдем, Стив. Долг зовет. Знает он. Дамы? Спасибо, мистер Руссо. Всегда рад. Твою мать. Эй, нашли место, да? Эй, хватит здесь упражняться. Вали отсюда, придурок, не то попорчу личика. Хорошего лета. Доброе утро, Стингрей. Итак, последний день. Надеюсь, сегодня вы повеселитесь на вечеринке под руководством нашей Донны Маккормик. Кстати, если вы случайно нашли ключи уборщика, верните их на стойку регистрации. Спасибо. Мистер Уибли. Донна, должен тебе сказать, что мне очень понравилась твоя работа. Это будет просто круто. Я надеюсь. Эмма! 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 Эй, Эмма! Витаешь в облаках? Просто задумалась. Расскажи. Скоро танцы, а я еще не решила, что надеть. Тебе все идет, Мэдди. Да, это верно. Но тут надо одеть двоих. Ты когда-нибудь одевала парня? А ведь неплохая идея. Куда ты меня привела, Эмма? Что за место? Лучшее место для моей любимой дочери. Прогиб засчитан, близняшка. В вопросах моды Бенджи безнадежен. Ты меня любишь. Важно не то, что вы носите, а то, как вы носите. И как снимаете. О, черт. Сообщение прибрежного убийцы. Опять. Слушайте, тут сказано... Зовите меня Мат. Два трупа внутри. Найдите ключи, получите приз. Домик у моря, смотрите вниз. Веришь, уроду? Нет, не верю, но страшно. Детка, я спасу тебя. Туфта, просто пугают людей. Может, не будем говорить о нем? Последний раз едим на мусорном холме. Буду скучать по пчелам и паукам. Прощай, святой столик, будешь плющить другие задницы. Конец братству хавающих сестер. И друзей. Хватит издеваться над младшими. О, ты будешь почетным дедом. Точно. И снимешь телку. Точно. Милые люди. Так, Эмма запала на паренька. Кто он? Я его убью. Вот как? Последний день! Последний день! Последний день, ребятки, вы мои. Столько часов, столько дней. Прошу, нет? Действуем по старинке. Посмотрим, посмотрим. Стейси, что ты будешь делать на каникулах? Меня повезут в Италию. Ну, конечно.
А, Италия. Бросаем. Хорошо. Посмотрим, кто ловит этот мячик лучше меня. Джет. Там спортзал будет? Если меня подлатать, я стану чемпионом. Что ж, неплохо. Лерой! Расскажи, чему ты научился в моем классе за этот год? Давай. Научился ловить мячик. Что ж, отличный ответ. Ладно, я думаю, что в этом классе есть и другие люди. Я говорю о тех, кто учился в нашей прекрасной школе с самого детства и до совершеннолетия. Думаю, такие найдутся. Вижу одного, двух, должен быть третий. А вот и он. Итак, Эмма Брэдли, Донна Маккормик и Стюарт Минкл. Прошу, встаньте! Встаньте! Дамы и господа, давайте послушаем наших старожилов. Хочешь пригласить Алексис на танец? Не. Не, я ее уже бросил. Там пусто. Правда? Да. Пойдешь праздновать? Не пропущу. Мальчик вышел на охоту. Есть тёлки на примете. Правда? И кто? Да, подумываю о малышке Лекси Тернер и Тиффани Уэллс. И даже прикидываю приударить за Эмми. Сполдинг? Нет, друг, Брэдли. А что? Она миленькая. Да. Стив? Да. Я тебя развел. Скотина! Как узнал? А как не узнать? Ты сам не свой. Все плохо. Возможно. Но надо дерзать. Может быть. Да ты глаза разуй. Она свободна. Ее никто не приглашал, это плохо, Стив. Так что давай, выручай девчонку. Дерзай или сохни. Строится! Ты прав. Конечно, прав, Стив. Но предупреждаю. Не потанцуешь? Я приглашу. Три! Задница ты. Два! И еще какая. Один! Эй, Стюарт, можно подписать? Что? Твой дневник. Я всем подписала. А мой подпишешь? Спасибо, Стюарт. Нет проблем. Желаю хорошего лета. Эй, Стю! Боже, друг, ты все продумал, да? Привет, Сара. Что она сказала? А, Сара, прошу, повтори, что ты сказала, Стью. Но знаешь, он очень плохо танцует. Правда, Стью, а? Но хуже же всех. Я не знаю. О, он тебя приглашал, да? Ты не знала? Нет. Ладно. Но смотри на него. Он чё трахнет? Всем уже раззвонил. Сказал, что пригласит тебя и прижмется. Когда свет приглушат, что будет, а? Незабываемая ночка, а? Ты козел, понял? Я тебе покажу мужчину. Стью, 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 Стью. Стью, жалкое ты фуфло.
Можно и так попрощаться. Привет. Мистер Сайдс, я... Тимми, не надо объяснять. Я тоже был молод. Мир был полон перспектив. И у тебя много перспектив. Я крутой, я мистер Сайдс. Мы с тобой друзья, верно? Дай гляну. Дай сюда. О, Тимми. За это можно влететь. Так что давай чеши отсюда. Я считаю, 3, 2. Спасибо, сэр. Пока. Сушеное собачье дерьмо. О, боже. Зачем все это? Зачем я их учу? Какой смысл? Эмма! Черт. Эмма! О, боже! Прости. Нет, ничего. Привет. Привет. Не хотел напугать. Не, ничего. Тебе по пути? Да. Круто. Круто. Ну, знаешь, прогулки приелись. В смысле? Каждый день одно и то же. Все время вижу ту же тропинку, те же дома. Надоедает. Забавно. Я тебя здесь раньше не видела. Да тут... так вышло. Задержался. Да. Но пришел. А сегодня все иначе, да? Да. Да, иначе. Последний день. Да. Он здесь? А, его нет. Чего нет? Пенни. Ну, он уже не мой, но речь о нем. Ты о чем? Каждый день я оставляю Пенни вот здесь. И он пропадает. А, ждешь удачу? Это часть сделки. Красиво? Да. Знаешь, это странно. Как жить в другом месте? А на какую дату билет? Я еще думаю. Правда? Я все упаковал неделю назад. И когда уезжаешь? Я не уезжаю.
А соревнования? Ты крутой. Думаешь? Не настолько. Не всем быть как Бобби Стоун. Что думаешь делать? Не знаю. Я выберусь. Ну, не так быстро. Мой дом. Ух ты. Здорово. Да, мило. Да. Эмма. Да. Придешь на вечеринку? Нет, вряд ли. Вечеринки мне не по душе. О, ясно. Ну, ничего. Увидимся. Эй! Это путь домой? Долгий путь. Появились новые данные. Прибрежный убийца может быть причастен к загадочному убийству в Центральной Флориде. Согласно информации нашего источника, у жертвы Уилла Дэвиса на ладони был вырезан этот символ. Нам известно, что такой же символ был обнаружен в одном из писем убийцы. Возможно, действует подражатель или сам прибрежный убийца. Тайну этого странного дела предстоит раскрыть. Черт. Просим вас запирать двери и быть бдительными. Привет. Привет. Как день? О, Господи, это последний учебный день. Все хорошо. Ладно. Что готовишь? Ну, пытаюсь сварить кукурузу и запекаю индейку. Это сложнее, чем расплавить сыр. Но когда-то надо учиться. Будь добра, дай мне соус. Да. Прости, руки заняты. Спасибо, милая. Теперь немного этого. Чуть-чуть этого. О, эй! Я бы тебя обнял, но руки еще заняты. Ужин в 8? Годится. Ладно. Донна? Итак, это правда? Что правда? Говорят, Стив Клейтон провожал тебя после школы. Кто тебе сказал? Сказали. Это правда? Да, правда. С ума сойти. Рассказывай. Ну, нечего рассказывать. Он просто подошел, мы с ним гуляли и болтали. И что? Ну, было хорошо. Хорошо? На танец пригласил? О, нет, этого не было. Спросил, приду ли я, но... Он просто прикидывался скромником. Потанцуй с ним. Слушай, Донна, наверное... Эмма, не делай этого. Чего? Я знаю, что ты хочешь заныкаться в комнату и отсидеться. Понимаешь, мне это не по нраву, не хочу напрягаться. Эмма, я люблю тебя. Да. Тогда, поверь мне, тебе нужно больше времени проводить с друзьями. Не надо биться башкой о стену и ждать ответов. Ты права. Конечно, права, Эмма. Прикинь, там буду я, будут Бен и Мэдди, и твой ухажер. Мы в последний раз увидим одноклассников. Донна. Страдаешь? Ладно, ладно. Ради тебя пойду. Да! Да, мы встретимся. Мне пора. Люблю тебя.
Ну? Начнем. Стой, стой. Детка, не надо это есть. Нет. В холодильнике есть макароны с сыром. Нет, папа, все хорошо. Сверху пригорело, а дальше нормально. Правда? Я пойду на праздник. О, ладно. Если хочется, иди. Я отвезу. Когда начало? В 7. Но надо собраться. Милая, собирайся. Посуду я вымою. Быстрее. Эй, Лерой, держи. Черт, Рики. Легко ведешься. Да? Да, ты сожрешь даже сэндвич с дерьмом. Right. Ладно. Я доверчивый. А ты тормоз. Думаешь? Знаю. Так. Так. Что там? Черт! Эй, Дерк, какого хрена мы делаем? Последний день, а мы мыкаемся, как дебилы. Что предлагаешь? Не знаю. Пьянку. Это мы не пропустим. Пойдем посмотрим на этих придурков. Дерк, брось. Пойдем. У нас дела поважнее. Но надо пойти, чтобы потормошить их. Запустим сигнализацию. А? Ну да, это можно. Готов? Да. Порядок. Знаешь, Эмма, ты прекрасна. Папа, не надо. Ты прекрасна. Спасибо. Пора двигаться, не то опоздаем. Милая, скажи, почему ты все-таки решила пойти? Для Донны это важно. И я не могла ей отказать. Ну и это традиция. Как его зовут? Стив. Стив. Круто. Нормально. Нормально? Да, да. Круто. Круто, он классный. Хорошо. Знаешь, я подцепил твою маму на танцах. Знаю. Рад, что ты идешь по стопам отца. Привет, Грег. Поработали? Да, обычно я расследовал дело снежного человека, но отрядили пестовать малолеток.
Хорошо. Очень. Рад за тебя, Грег, правда? С тобой безопасно. Защищай детей. Уважаю твою службу. Всегда мечтал нянчить, нет. А кто это у нас там? Эмма, да? Привет, офицер Грег. Привет, Эмма. Если немного опоздаешь, не страшно. Сейчас я вас отмечу. Спасибо, Грег. Работай. Хорошего вечера. И тебе. На месте! Приступим! Мы творим историю! На века! Да, сэр! Поехали! Эй, Лерой! Сумка! А, да! Вот! Все здесь! Разбирайте! Спокойно! Ладно, ладно, ладно! Так, устроим им праздник! Аккуратно там. Хорошо, пока. Детка, ты великолепна. Следи за ней, она может быть буйной. Присмотрю, мистер Брэдли. Да. Всего доброго. Донна, ты дрожишь? Нет. Как дела? Отлично. Ночами я думала об этом, а теперь вижу сюрреализм. Рада за тебя. Ты пришла. Да. Пойдем? Погоди. Конец учебы, зверушка. Донна. Нравится? Конечно. Но у меня нет подарка. Кому он нужен? Надень. О, не знаю, что сказать. Ладно. Будешь мне звонить. Без глупостей. Смотри. О, боже. Хочешь, чтобы я зарыдала? Спасибо за все. Она здесь! Отличные новости! Мисс Брэдли, вы прекрасны, как всегда. Прошу вас, я вас отмечу. Вы будете Джон Хэнкок, ладно? Или, скорее, Джоан Хэнкок. Не волнуйтесь, это не пожизненно. Так, формальность. Нет проблем. Знаете, для некоторых это не так просто. Ваши мобильники останутся у нас. Итак, последнее сообщение. Введите пароль и удалите историю. Не забудьте. Нет проблем. Вот. Порядок. Благодарю. Не волнуйтесь, утром все отдадим. Ладно, пошли. Веселитесь, девочки. Спасибо, мистер Уибли. Ух ты, нравится? Смеешься? Классно. Эй, близняшки. Вот вы где. Не терпится. Верно. Будете танцевать с нами? Будем. Я возьму пунш. Я тоже. Потом придем. Давайте. Well,
Так, дамы, хороший вечерок. И вы? Ну, в чем проблема? Тимми, ты под кайфом? Только 7 дней в неделю, детка. Убери! Тимми, иначе вылетишь отсюда в 2 секунды. Я распоряжусь. Не фани здесь, иди. Простите, леди. Не знал, что вы правите наркотой. Вечеринка? Жуть. Это Тимми. Кретин уже все забыл. Верно, дебил. О, у меня пунш. Брось. Неплохой бренди. Боже, что мне делать? Надо выбросить. Но мистер Уибли может увидеть. Может вернуть на место? Не годится. Донна, может оставим это? Погоди. Последняя ночь. Эй, почему так долго? Не откроешь, не откроешь. Заткнись, Лерой. Так. Да, есть. Начинаем. Помните? Ждите, пока не вырубим сигнализацию, потом в машину. Итак, что, Рик, нет сил слушать? Надо отлить. Сейчас? Отлить прямо сейчас? Ну, да, могу напрудить целое озеро. Я тоже хочу. Идиоты. Ладно, идите. Но если что, я вас не знаю. Да-да. Невероятно. Прости, Дерк. Давай, иди, Лерой. Только быстро. Да не становись ты рядом. Отойди. Я забыл, что ты стесняешься. Давай, занимайся с собой, недомерок. Кстати, у Дерка хорошие новости. Ну, да, не сомневаюсь. Ты уже студент, да? Пока нет. Скоро будешь. Мы с Дерком будем скучать, когда тебя не будет. Ну, я буду вас навещать. Надеюсь. О чем я думаю? О чем? Помнишь, как в 8 классе ты дрался с Питом Гринбергом? Забыть не могу, Лерой. Меня исключили на 2 недели. И я просил спрятать меня. Нам обоим тогда прилетело. Лерой! Идем, а то Дерк там кипятком писает. Эй, Лерой! Ты доверчивый.
Не парься, я не боюсь. Лерой. О, черт. О, нет, нет! Звездный капитан Грег, глава 264. Это я. Меня тут похвалили. Было так приятно. Вот в чем смысл моей работы. Круто. А любопытно, кто решает, что важно в нашем жалком телесном измерении? Какая высшая сила может здраво судить о наших материальных потребностях? Боже, да что с тобой, Грег? Хнычешь, когда идет дождь, и когда нет дождя. Хнычешь, когда спишь, и хнычешь наяву. Черт! Так, вылезайте, парни. Езжайте на вечеринку, и я все забуду, ясно? Мафия не спит, да? Боже! Нет! Ты нашла близняшек? Нет, не видела. Они придут. Черт. Что? Ты завелась? Осторожно, обожжешься. Я люблю жару. Ты будешь танцевать? Я могу замутить сразу с двумя, но тогда ты точно пролетаешь. Кого бы ты выбрал, а? Слушай, Бобби, я сам решу. Сам послушай, Стиви. Я понимаю, ты запал на Эми, но не надо портить вечер, ладно? Понимаю, но я пока не решил. Ясно. Слушай, сейчас я разберусь с этими тёлками, а потом мы поедем и закончим с этим. Да? Хоть один раз надерёмся по-настоящему. Друг, а девчонки? Ой, да пошли они. Подождут. Эй, ты псих! До встречи! Ладно, я их урую. Бритни, где ты, засранка? Так это не сортир. Что за хрень ты надел? Дай мне эту дурацкую маску. Я так и думала. Стэсси, иди отсюда. Дай посмотреть. Осторожнее. Жестко. Ты опасная морда. Ты пялился на меня в школе. Мог бы сказать. Ты мне всегда нравился. У тебя есть шанс, парень. Воспользуйся.
помоги мне. Да. О. Вот так, да. Продолжай. Да. О. Гэри. Эй. Вперед, Гэри. Кстати, где это мы? Ты такой сильный. Гэри. Я Дерк. Куда мы идем? Отпусти меня. У меня голова кружится. Почти пришли. Никогда не трахалась на скамейке. Побудь здесь. Поспи. Эй! Ты куда? Вернись, слышишь? Что? Не встает, да? У тебя маленький член. Трус. Ничего не понимаю. Где эти дебилы? Рики, это ты? Эй, придурки! О, черт! Что тебе надо? Я отправлю тебя в ад! Прошу, нет! Нет, нет! Вот так, правильно. Ведь он не пришел. Не будем спешить. Вернусь через минуту. Давай быстрее. Эй, ты пришла? Опять подкрадываешься? Извини, здесь шумно. Прости, я не хотела... Когда я действительно не хотела сюда приходить, я говорила правду. Ничего, порядок. Я просто пришла поддержать свою подругу Донну, которая все это организовала. Я рад, что ты пришла. Понимаю. Потанцевала? Немного, да. А еще немного? Конечно. Да. Я неуклюжий. Ладно. Давай! Ого, эй, ты и так умеешь. Давай.
Ну, я так и знала. Правильно. Иди, возьми меня. Бенджи, открой дверь. Здесь душно. Тебе надо лишь попросить, детка. Было круто. Как и всегда. Как я буду жить без этого? Как мы будем жить без всего этого? Разберемся. Я знаю. Но ведь ты уедешь туда, где будет много новых тёлочек, и ты не будешь там счастлив. Не буду? Почему не буду? Я счастлив, что у меня есть ты. Бенджи, когда мы последний раз созванивались, мы и сейчас заняты, а в колледже будет еще хуже. Будем посылать сообщения, да? Здесь я не звоню, потому что вижу тебя каждый день. А когда ты уедешь в Орегон, буду звонить, как смогу. И этого тебе хватит? А почему не хватит? Мы будем видеться пару раз в году. На День Благодарения, на Рождество, может быть. Что надела? Бен... Я серьезно. Я всегда относился к тебе крайне серьезно. Ты моя девушка, и я сделаю все, чтобы быть с тобой. А ты? Конечно, Бен. Люблю тебя. Ты сногсшибательна. Правда? Ты не устал?
Что-то я разошлась. Шумные вечеринки? Давай. Так, ребята, мы потихоньку закругляемся с танцами. Однако напоследок перед фильмом я поставлю вам один медленный. Давайте, детишки. Значит, ты хочешь? Да. О, черт. Ну, ты засранец. Стив. Эй, Стив. Да? Я рада, что ты выбрал долгий путь. Я тоже. Так, ребята, теперь точно заканчиваем. Дети мои, сейчас все идут к своим шкафчикам, переодеваются, если надо, и готовятся смотреть кино. Встречаемся здесь через 15 минут. Спасибо. С кем ты пойдешь? Ты свободна? Для тебя свободно. О, Эмма. Да, в чем дело? Я обещал Бобби сделать с ним последний круг по трассе перед отъездом. Это долг другу. Нет, нет, я понимаю. Может, мы встретимся на мусорном холме через полчаса? Да, 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 конечно. Класс. У меня есть подарок. Мой Пенни. Полчаса. Не пропадай. Прости, что убежала. Издеваешься? Мутишь со Стивом? Я не переживу. А это плохо, да? В смысле? Ну, может, я поторопилась? Нет, он тебе нравится? Да. Да, он милый. Прекрасно. Тогда бери пример с Бена и Мэдди. Кстати, где Мэдди? Ты ее видела? Нет. Они куда-то смылись. И еще одна Донна. В чем дело? Стив предложил встретиться во время фильма. Правда? Ну, я подумала, может, ты меня прикроешь? Ты сможешь отвлечь мистера Уибли на минутку? Эмма. Хорошо. Буду тебе обязана. Дай мне 5 минут. Ладно, ладно. Я вернусь до конца фильма. Хорошо, аккуратно. Я знаю, обязательно. Так, маменькины сынки. Где Бен? Я похож на его девушку? Не умничай, дурачок. Остальные кончайте дурить. Брысь отсюда. Если увидите Бена, скажите, что я его ищу. Идиот. Эй, Джет, что слушаешь? Музыку для пробежки. Ты будешь бегать? Сегодня? Нужно тренироваться. А говорят, Стюарт урод. Легче, Джонни. Я пошутил. Надеюсь. Все хорошо, Джет. Иди бегай. Вас Козлов не спросил.
Джонни? Коннор? Это ты? Спрятали одежду? Серьезно? Знаете что? Я не буду больше это терпеть! Не смейте так делать, поняли? Дома все прошло просто шикарно. О, да, мы славно поработали. Кстати, есть одна небольшая проблемка. Но думаю, что мы сможем ее решить. Боже, Дона, в чем дело? Ну, мистер Уибли, это... Это температура. Температура. По-моему, у нас с этим все хорошо, Донна. Конечно, так и есть. Эй, Бобби! Где ты, черт? Ты видел, старик? У меня получилось! Прикинь, она вдруг пришла, и мы танцевали. Это было здорово. Мы нашли друг друга. Вот ты где. Чем ты здесь занимался? Уже накидался? Даже не думай оправдываться, не то дам в рожу. Эй, старик, что с тобой? О, боже. Бобби. Нет. О, боже. Бобби. 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 Ты не устал бегать? Все в порядке? Бобби, Бобби, Бобби мертв, Бобби мертв. Стив, Бобби жив. Я видел его. Его проткнули деревянным колом. И я видел убийцу. Он напал на меня. Что за глупости? Это не шутка. Пойдем, давай. Стив! Эмма, ты мне веришь? Ah!
Нет, нет! Нет, открывайся! Эй, какого хрена ты творишь? Эй, это не смешно, идиот! Какого черта? Я тебе сейчас задницу надеру!
Тебе интересно, зачем я тебя позвал? Покажи свою руку. Красивая рука. Чудесно. Можно я возьму? Эмма, не хочу вам мешать, но все в порядке? Эмма! Донна. О, боже, Эмма! Что с тобой? О, черт! Порядок? Нет! Донна, беги отсюда скорее и зови на помощь! У тебя кровь! Слушай! Там человек! Человек? Какой человек? Тот, о котором говорил Бен! Он здесь! Клянусь, он здесь! Он запер меня в комнате, Донна! Это было ужасно! Нам нужна помощь! Идти можешь? Нет! Эмма, все будет хорошо. Пойдем. Ты видела Стива? Он не вернулся. Он убил его. Убил прямо у меня на глазах. Я все видела. На мне его кровь, это его кровь. Я совсем одна, Донна. Эмма. Я здесь, слышишь? Прошу! И я не уйду. Так? Посмотри на меня. Там офицер Грег. Пойдем. Он знает, что делать. Он спасет нас. Спасет. Ясно? Ты со мной? Да. Проваливай, слышишь? Не подходи ко мне! Я знаю. Все будет хорошо. Донна, жди здесь. Прижми к ране. Офицер Грег! Прошу! Офицер Грег! Эмма! Эмма! Он здесь! Он здесь! Встать можешь? Давай! Нет! Не могу! Хреново выглядит, да? Все будет хорошо. Ты справишься, Донна. Все плохо. Я едва могу говорить. Ничего. Ну и вечеринка. Да. Надеюсь, всем было весело.
Да. Лучший праздник. И его сделала ты. Донна? 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 Нет! Донна! Очнись! Очнись! Донна! Нет! Нет! Нет, 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 Донна. Нет. Ты убил ее? Она была мне сестрой, а ты, мерзавец, убил ее ни за что. Зачем тебе это нужно? Теперь ты убьешь меня, да? Ты убиваешь всех. Зачем тебе это нужно? Давайте быстро! Бегите, он идет! Прошу, убегайте, слышите? Он уже здесь! Что такое? Что это с тобой? Ладно, дети, идем наверх, наверх. Давайте. Вперед идем. Девочки, девочки, девочки. О, боже. Боже. Надо что-то делать. Надо помочь ему. Если хочешь пройти в эту дверь, сначала убери меня, понял? Это тренер Руссо? Он мертв? Конечно, мертв. Мы все сдохнем. Дверь закрыта. Нам конец. Вовсе нет. Не говори так. Мы выберемся. Откуда вы знаете? Я не позволю, чтобы кто-нибудь пострадал. Ладно, мальчики и девочки, будем сидеть тихо и держаться вместе. Так, все вместе. Все вместе. Ребята! Что? Я нашел Стюарта! Стюарта? Что с ним? Его труп там! Он мертв! Твою ж мать! Ребята, так, спокойно! Черт! Оставь его!
Прошу! Прошу, откройся! Прошу! Прошу! Бен? Мэдди? Дона? Да. Прости, Дона. Ничего. Тебе надо уйти. Скорее. Нас будут искать. Надо спрятаться. У нас договор. Надо найти моего отца. Какого дьявола? Не пойдет. Это полная чушь. Твоя мамаша просила не переживать об ушедшем папаше. Стоило проходить такой долгий путь. Лжец! Классно, да?
Бобби налил мне пунш. Я чуть не сдох. Нога! Моя нога! Моя нога! Нога! Моя нога! Да! 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 Ты видишь меня, Мат? Смотри, я уже весь горю! Гори в аду, ублюдок! Джорди! Джорди! Ты слышишь? Прошу, ответь, Джорди! Прием. Слава богу. Джорди, мне сообщают какую-то ерунду. Нашли 19 трупов в школе. 20. Только что нашли уборщика. Маньяк взял ключи и охотился за детьми. Просто не верится. Не могу поверить. Грег. Грег, ужас. А эти дети? Кто мог это сделать? Какой человек? Это не человек, Барбара. Зло пришло в Шелби. Но оно в пакете для трупов. Вызывайте коронера. У него много работы. Какой ужас. Грега жаль, шериф. Сочувствую. Мне придется звонить его родным и сказать, что он не вернется. Твою мать! Я знал его еще мальчишкой! Боже. Кстати, что с этой малышкой? В больнице. Бьется в истерике. Втроем еле ее связали. Никогда такого не видел. Мы нашли убийцу. Ты был прав. Очень жаль. А если бы не был прав, умер бы счастливым. Новости. Невероятная история из округа Шелби привлекла внимание всей страны. Там произошло массовое убийство в средней школе. 15 учеников, 3 преподавателя и 1 офицер полиции погибли от рук маньяка. Возможно, ответственность за эти преступления ложится на прибрежного убийцу, которого уже давно ищут по всей стране.
Мы должны сказать, что чудовищное убийство удалось остановить благодаря 18-летней ученице Эмми Брэдли, которая сумела поджечь преступника с помощью пунша и зажигалки. Нам удалось поговорить с ее отцом. Мистер Брэдли, что вы можете сказать по этому поводу? Прошу. Я уже все вам сказал. Город в трауре. Я обращаюсь к семьям всех погибших в ту ночь. Хорошо, что моя дочь осталась жива. Вы скажете пару слов миллионам наших слушателей? Прошу. Напоминайте людям, которых вы любите, что вы с ними. Не часто выпадает такой шанс. Простите, нам надо отдохнуть. Пока. Жуткая трагедия. Мир скорбит с вами, Шелби. Мы никогда не забудем о них. Через 7 месяцев. Эмма! Милая, у нас мало времени. Ладно, иду. Папа, угадай. Что, детка? Я закончила книгу. Вот как? Замечательно. Прекрасно. Мама могла бы гордиться. И ты тоже. Долгий путь подошел к концу. Останешься еще на 1 семестр, детка? Нет, я готова. Точно сможешь вести сама? Не шути, все хорошо. Я люблю тебя, детка. И я люблю тебя. Поезжай осторожно. Конечно. Говорят, что эпоха легенд кончилась. Может быть. Но легенды существуют вечно. Верно? Они никогда не могут умереть. Авторы сценария, продюсеры и режиссеры Джей Дженкинс и Колин Клифф.